Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом видео мы разыграем аппарат Cordus и корректор осанки. Я очень признателен всем тем из вас, кто в течение многих лет следит за мной, смотрит регулярно мои видео на YouTube. И так как я не нуждаюсь в аппарате Cordus и корректоре осанки, хочу разыграть их абсолютно бесплатно. Я отдам их абсолютно бесплатно. Вот так они выглядят. Это аппарат Cordus. Это корректор осанки. В конце видео я подробно расскажу о том, как участвовать в розыгрыше. А сейчас хочу начать с того, как конкретно они работают, действуют, по каким принципам. И хочу подробно остановиться на том, кому показаны данные инструменты для здоровья вашего позвоночника и суставов. Подробно расскажу о показаниях для того, чтобы вы четко понимали, стоит ли участвовать в данном розыгрыше и поможет ли вам данные аппараты и корректоры осанки. Начнем с принципов действия аппарата Cordus'а. И первый принцип – это растяжение. Вершины аппарата погружаются в мышцу и растягивают ее, что очень важно. Следующий принцип действия – это расслабление. Происходит перезагрузка нервного центра, расслабление мышцы и устранение компрессии диска и компрессии нервов. Третий принцип действия – это мобилизация. Происходит восстановление подвижности позвонков, уменьшение грыжи и улучшение кровообращения. Последний принцип действия – это стабилизация. Стабилизация позвоночника, укрепление мышечного корсета, что позволит действительно справиться с огромным количеством разных нарушений патологии позвоночника и суставов. Кому конкретно подойдет аппарат Cordus и корректор осанки? Во-первых, начнем с показаний, и это специфика боли в спине. Боль в шее, боль в пояснице, боль в крестце. Также показанием будет боли в коленных суставах и тазобедренных суставах. Одним из показаний является маска, которая, наверное, единственный диагноз, который есть в нашей стране и нигде в мире его нет. Это маска, которая включает огромное количество разных патологий позвоночника, и называется этот диагноз остеохондрозом. Также показанием будет радикулит, ишес, ущемление седалищного нерва, артрит, артроз, гемангиома, протрузия грыжа межпозвонкового диска. Также показанием будет деформация позвоночника, такие как сколиоз, гиперлордоз и другие. Еще показанием будет спондилез, болезнь Бехтерева, смещение атланта, кисты в позвоночнике, крестце, межреберная невралгия и дисфункция половых органов. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно быть подписанным на канал на YouTube. Также обязательно подписаться на канал в Телеграме. Розыгрыш будет проводиться на канале в Телеграме. Те из вас, кто еще не подписан на мой канал в Телеграме, нужно будет подписаться и кратко написать имя, расписать о своей патологии и указать город проживания. Я детально разберу каждого претендента на аппарат Cordus и корректор осанки и выберу самого достойного. Бонусом я хочу помочь, проконсультирую, разберемся детально в патологии, расскажу о диагностике и, конечно же, помогу лечением. Мы разберем медикаментозное лечение, то есть таблетки, уколы, капельницы, все то, что можно будет обсудить с вашим лечащим врачом. Подробно посмотрим, когда, что вы можете использовать. Далее расскажу о методиках лечебной физкультуры, физиотерапии, локально-инъекционной терапии, блокад. И комплексно, вот так вот мультидисциплинарно, разберем конкретно вашу проблему. Я думаю, что это будет дополнительным бонусом. Огромная просьба, поставьте лайк этому видео, так вы поможете распространению данного ролика. Мои видео будут смотреть большее количество подписчиков. Также дополнительно люди смогут участвовать в данном розыгрыше, и абсолютно бесплатно я отдам аппарат Cordus и корректор осанки. Подписывайтесь на мои социальные сети, подписывайтесь на канал. Будет больше розыгрышей. А также, что еще хотел добавить, чтобы не забыть, мы увеличили сроки и период розыгрыша аппарата физиотерапии ДНСПКМ. Поэтому участвуйте в предыдущем розыгрыше, так, чтобы большее количество из вас участвовало. И я также выберу самого активного, самого нуждающегося и почты отправлю. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Всем пока!